мама, когда я играла на улице, мне какой-то человек дал эти интересные штучки. О, господи, Ная, ты с ума сошла, зачем ты их взяла? Почему? Он сказал, если я зажгу каждую свечку, она исполнит мое желание. Ты могла за них продать свою душу. Пей, пердолья. Ладно, девочки, идем на детскую площадку. Ой, ребята, привет, а вы случайно не возьмете меня с собой играть? Нет, твои родители слишком бедны, а мы богаты, мы играем только с богатыми. Хочу, чтобы мои родители были самыми богатыми. Ребята, это Ная, она будет учиться с вами. Ее родители разбились на частном самолете. Всем привет. У нее что, второй день рождения? Чего она носится с этими свечками? Ная, садись на любое место. Эй, ты! Говорят, у тебя есть волшебные свечи, которые исполняют желания. А ну отдай их. Это все неправда, эти свечки обычные. Ты отброс этого общества. То, что твои родители были богатыми, это не значит, что мы тебя здесь примем. Хочу, чтобы все, кто ненавидит меня в школе, вдруг меня полюбили. Ребята, это идет Ная. Господи, какая же она красивая, она богиня. Я бы так хотела стать ее лучшей подругой, она великолепна. Най, зачем ты это сделала? Сделала что? Заставила людей полюбить тебя, я все знаю, это все свечи. Знаешь, не тебе решать, что хорошо, а что плохо. Ты не понимаешь, за каждое твое желание есть огромная плата. Итак, сегодня у нас срочные новости. Несколько подростков скончались от сердечного приступа, как выяснил врач, виновата неразделенная любовь. Они кого-то так сильно любили, что их сердце просто разорвалось. Кэти, ты права, мне не нужны эти свечи, это свечи от самого дьявола. Ты должна избавиться от них, Ная. Хорошо, я хочу, чтобы этих свечей никогда не было, и чтобы все мои желания были отменены. Что? Почему начался обратный отсчет?